Здравствуйте, друзья! Вас приветствует компания Look Freedom, и мы находимся на сайте autosurfclicking.ru. Здесь якобы расположена система оплаты переходов в интернете. Для того, чтобы заработать, нужно проверить браузер на оплачиваемые переходы и заработать от $1300. Удивительная информация, но давайте почитаем, что здесь нам хотят сообщить. Здесь рассказывают о том, почему крупные IT-компании много платят за клики в браузерах. А здесь сообщают, как же заработать на кликах. Ну, всем известно, что такой способ заработка действительно существует, но дело в том, что зарабатывают люди таким способом сущие копейки. Однако, как вот здесь вот пишут, нам даже не нужно совершать сотни и тысячи кликов. Чтобы заработать, необходимо лишь проверить свой браузер на наличие оплачиваемых кликов. И какая-то их система соединится с нашим браузером, узнает, заходили ли мы на сайты в медийной сети. И, короче говоря, вот все, что здесь написано, это полная чепуха. И обращать на это внимание не стоит. Дальше идут какие-то отзывы, которым мы тоже доверять не склонны. Поэтому давайте сразу посмотрим, что же здесь. А здесь нам нужно проверить браузер. Так, здесь вот, видимо, нужно что-то поставить. Да, вот одной буквы достаточно для того, чтобы запустился какой-то процесс. И сейчас якобы выполняется подключение к базе сайтов медийной сети. Нас просят дождаться завершения загрузки. Просят также не закрывать страницу и не выключать браузер. В данный момент как будто бы идет выполнение интеграции с нашим браузером. Теперь поиск переходов на сайты в нашем браузере. И вот, пожалуйста, мы можем уже принимать поздравления. У нас есть оплачиваемые переходы. Найдено 2217 кликов на сумму $3225. Замечательная сумма. Жаль только, что не настоящая. Нажимаем, чтобы получить выплату. Запускаются еще какие-то процессы, какие-то синхронизации и так далее. Итак, нам вновь сообщают, что наша разовая выплата составляет более $3000. Однако для того, чтобы нам их получить, нужно оплатить экспресс-перевод долларов в рубли. И стоит этот моментальный перевод 75 рублей. Почему нельзя эти деньги вычесть из наших денег, непонятно. Вернее, как раз таки понятно. Дело в том, что вот эти деньги, 3225, это просто нарисованные на экране монитора цифры. А просят у нас вполне себе реально 75 рублей, которые мы должны выплатить из своего кармана. Так вот, друзья, ни в коем случае не доверяйте вот этой информации. Нас просто хотят развести на деньги, и 75 рублей – это всего лишь первый платеж. Далее мошенники, авторы данного проекта, будут требовать еще денег, и здесь можно, в принципе, потерять довольно ощутимую сумму. Поэтому ни в коем случае не доверяйте. Никакой системы оплаты переходов в интернете под названием «AutoSurfClicking» нет и никогда не было. Вы должны понимать, что за пару нажатий на кнопочку никто вам не даст $3000. Поэтому закрывайте этот сайт, если он вам попадется, и ни в коем случае не тратьте здесь свои деньги. Если вы хотите более подробно ознакомиться с обзором на данный лохотрон, вы можете перейти в нашу рубрику с сомнительными методами и почитать вот эту вот статью. Для тех же, кого интересуют проверенные методики, мы приготовили рубрику с проверенными методами. Здесь вы можете ознакомиться с обзорами именно на такие способы заработка в сети, которые действительно реально приносят деньги. Также мы приглашаем вас подписаться на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку и вступить в нашу группу ВКонтакте. Так вы будете в курсе всех новостей на тему онлайн-заработков. Для того, чтобы перейти на наш сайт, достаточно нажать на любую из кликабельных ссылочек сразу под видео. Если вам было полезно данное видео, пожалуйста, ставьте лайки. А на сегодня все. Всего доброго!